Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании RS на цоколь H3 серия Pro, температура свечения 4300 кельвинов. Поставляется комплект вот такой вот коробочки. Внутри у нас находятся две ксеноновые лампы мощностью 35 Вт. Они идут в защитных колбах пластиковых для того, чтобы не повредились при транспортировке. Подключаются сугубо на 12 вольт через вот такие вот разъемы. И каждой лампе подсоединяется также блоки розжига. То есть на каждую лампу один блок розжига. К блокам розжига подключаются лампы через вот такие вот разъемы. В принципе, блоки розжига могут быть различной формы и типа. В данном случае у нас Slim стандарт. Главное, чтобы они по мощности подходили и по разъемам. Мощность в данном случае у нас 35-ваттная. Так, подключаются они вот таким вот образом. Все очень просто, разъем в разъем, ничего сложного. Перепутать будет невозможно. Вот. Ну и осталось подключить только питание 12 вольт, что мы сейчас и сделаем. Подсоединяем. Лампа в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Конечно, яркости ксеноновым лампам не занимать, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно откорректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили. Как мы видим, температура свечения уже набрала всю свою яркость и цвет. У нас немножко желтым оттенком, как и заявлено. Температура 4300 кельвин. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.